со мной первый раз разговаривала, я говорила, что для меня вот в жизни я всегда так хотела, наверное, какого-то признания любви. Мне всегда этого не хватало, потому что мама меня одна растила, много работала, и мне всегда так хотелось, чтобы как бы кто-то верил в меня, кто-то любил, там, кто-то там гордился мной. И я, если честно, просто обалдела сегодня, как два взрослых мужчины, которые дали слово Игорю, поменяли мнение, поддержав меня. Для меня это, наверное, самая большая победа.